Приветствую всех из Одессы. Сегодня 4 сентября 2023 года. Время сейчас 13:35, и буквально 2 минуты назад у нас в Одессе и в Одесской области объявили воздушную тревогу. Тревога не только у нас, тревога масштабная по всей территории Украины. Причина — это взлет истребителей МиГ-31, которые являются носителями гиперзвуковых ракет «Кинжал». Взлетели они с военного аэродрома «Савослейка». Есть ли на подвеске истребители «Кинжалы» — неизвестно. Будут ли пуски «Кинжалов» — тоже неизвестно. Вот. Но могу сказать одно, что скорость этих ракет более 10 тысяч км в час. Соответственно, до Украины они долетают очень быстро. Поэтому тревога объявляется масштабная, тревога объявляется по всей Украине. И игнорировать ее не стоит, потому что вылет может быть боевым, могут быть пуски. Вот такие дела. В Одессе на данный момент все спокойно. Таких взрывов не звучало. Пока на данный момент информация не поступает. Будет обновляться информация, буду стараться вам ее сообщать. Всем желаю мирного неба. Берегите себя, берегите своих близких. До встречи в новых видео. Пока.